My Private Collection of Books. Шекспир, Байрон и Гёте – одни из классиков мировой литературы. Однако в оригинале их читал далеко не каждый. В Центральной районной библиотеке проходит конкурс чтецов на иностранных языках, который выявит не только лингвистические, но и литературные знания школьников Ленинского района. В районном конкурсе чтецов на иностранных языках приняло участие около 80 детей со всех поселений муниципалитета. Школьники с 5 по 9 классы выступали с произведениями мировых классиков на английском языке. Перед началом ребята заметно нервничали. Однако, по мнению одной из участниц творческого состязания Александры Корочкиной, выступать с литературной классикой в оригинале не так уж и сложно. Ну, изучать английский, это зависит, как ты его хочешь изучать. Все зависит от желания. Если ты хочешь, то ты будешь учить. А если ты не хочешь, тебе бессмысленно его учить там. Тут главное желание его учить. Для многих учителей иностранных языков самое трудное – заинтересовать в предмете учеников. Но только не в случае Татьяны Семеновой. Она преподает английский как начальным классам, так и старшим. Ее подопечные охотно согласились на участие в конкурсе чтецов. Мы очень были рады этому конкурсу, потому что, во-первых, это для детей большой прогресс, когда они изучают именно литературный английский. Что касается меня, я, конечно, с удовольствием взяла шефство над своим 9 классом. Для Давида Аметова конкурс чтецов имеет не только соревновательный характер. Его задача – проверить свой уровень владения английским языком. Он усердно учит его уже 5 лет, параллельно изучает немецкий и собирается стать дипломатом. Во-первых, конкурс чтецов для меня даст знать, насколько у меня хорошая, во-первых, память, во-вторых, произношение. И, возможно, это даст какой-нибудь шанс при поступлении в какой-нибудь вуз, если я выберусь, конечно, в областные турниры или на Россию. Дмитрий Умеров раньше принимал участие в подобных конкурсах со своими выступлениями. Теперь молодой человек представляет судейскую коллегию. Изучать английский он, как и все, начал еще в школе, однако предмет поначалу давался ему с трудом. Сейчас, помимо главного международного языка, он знает еще 3 – немецкий, нидерландский и норвежский. Говорит, на этом останавливаться не собирается. Он отметил главную проблему в изучении школьниками предмета и дал им ценный совет. Основная проблема учеников – это технический прогресс. Многие, к сожалению, часто залезают в Google переводчик. Из-за этого, конечно, страдает их успеваемость. В первую очередь, нужно забыть об этом Google переводчике и думать своей головой. Основными критериями конкурса были артистизм, произношение и темп речи. А в задачи в жюри ходило не только проверить знания иностранного языка, но и выразительность исполнения литературного произведения. Победители же районного конкурса могут претендовать на участие в состязаниях более высокого уровня. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.